Как ответил? Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно спать, слушая мантру Шурангам? Нет, лучше нет. Не нужно слушать мантры, когда человек спит. Вообще, человеческий сон должен происходить в тишине. Не разрешайте себе спать. Дело в том, что внешне это никак не проявится, если вы спите с наушниками. Но дальше у вас обязательно начнет подниматься холестерин. Обязательно это проверено прямо вот наверняка. Исследуя людей, музыкантов в свое время, которые были моими друзьями, у них очень у всех повышался холестерин. Было нормально, нормально, нормально до какого-то года, хотя они пьющие все были, а потом прямо безумно. Я говорю, когда у тебя появился телефон с наушниками? И вот мне человек говорит, да, да. И так вот с этого момента и начало все появляться. Конечно, почему? Потому что человек на ночь, засыпая, одевает наушники и спит под музыку. Это все плохо. Центральная нервная система работающая не потребляет митохондрии, а она питается как раз холестерином высокой плотности. Когда холестерин высокой плотности не переваривается нашими мозгами, а мозг за ночь может переварить от 1500 килокалорий до 5000 килокалорий. Представляете, как много. В это время он не будет это делать, в случае, если у него в ушах наушники, то человек будет не только повышать холестерин, у него будет еще и появляться избыточный вес. И это никак не связано с питанием.